Всем привет, ребят, с вами я, Хэппи. И сегодня мы будем снимать троллинг админкой в Pet Simulator X. Да, ребят, я нашел клон Pet Simulator X, чтобы затроллить этих всех людей. Так, окей, ребятушки, я зашел в наш клон Pet Simulator, и вы только посмотрите. Короче, самое главное в Pet Simulator это я... Стоп, погодите, вы это тоже видите? Это же, ребят, мои друзья. Лысый жирный пельмень и худой как спичка Никитос. Привет, ребят, почему я вас так давно не видел в играх? Вы где пропадали? Здорово, Хэппи, пельмени на голову, я тебя так давно не видел тоже. Да, Хэппи, извини, что нас так давно не было, мы просто заигрались в этот подсимулятор. Ну что же, время для троллинга. Прямо сейчас в чатике я прописываю команду для флай. И смотрите, я подлетел. Так, что же, быстренько убегаем отсюда. Потому что главное, чтобы игроки меня не заметили, как я летаю. И чтобы троллик удался на отлично. И следующая команда, которую я пропишу в чатик, это будет команда Invisible Me. Кстати, вот эти команды, которые я сейчас пишу, не видны обычным игрокам. И это очень круто. Давайте, я летаю, летаю, ищу всяких игроков. Смотрите, стоп, погоди. Вы видите, ребят? Ребят, это походу лучшее подарок. Други. Эх, привет, Катя, как я рада, что ты сегодня зашла в подсимулятор поиграть вместе со мной. Да, Настя, я с тобой всегда рада поиграть, потому что ты моя лучшая подруга на все века. Мы никогда не расстанемся, если даже монстр придет и захочет убить нас. Ну а тем временем у нас появилась троллинг-команда, которую я прям сейчас активирую. В этой троллинг-админке более 500 троллинг-команд. То есть вы понимаете, ребят, здесь более 500 способов для троллинга людей. Ну что же, Настя, наконец-таки мы пришли в нашу секретную комнату. Да, я на эту комнату потратился. 500 робоксов. Мы сможем использовать троллинг-команду Big Dad. Давайте я нажимаю и смотрим, в кого я превратился. Ну что же, идем к сзади них. Ну, привет, девочки. Настя, ты не слышала? А кто там сейчас сзади нас? Тупо... Что это такое? Ну что же, девочки, я хранитель этой секретной донатерской комнаты. Вы вошли сюда без спроса, поэтому получайте. Ребят, смотрите, я уже вот такие вот штуки создал. Офигеть. Что же, давайте я начну их преследовать. Давайте, идите сюда ко мне. Опа, вы чего, куда собрались? Вы хотите убежать отсюда? Нет, вы не убежите. На, получайте. Ребят, смотрите. Я одну уже коснул, теперь вторая. Ну что же, на, получай. Я их сразу две. Нет, я их не кинул, ребят. Мне нужно их кинуть. Слушай, иди сюда, куда ты бегаешь? Ох, кстати, а ты не убежишь от меня. Знаете, ребят, они как маленькие тараканы, всякие ложники делают. Ребят, я их кинул. Нет, лучшая подруга. Слышь, ты огромная башка. И убил мою лучшую подругу. Я найду, я сама, я тебя уничтожу тебя. Ха-ха-ха, как она меня уничтожит, если я админа того? Ребят, смотрите, что я здесь делаю. Я ее чисто взял, раскидал. Ребята, она почти кинулась. Если я твой лучший подруг кинул, то я тебя точно кину. Да, мы его уничтожили. Ух, знаете, ребята, вы спрашиваете у меня в комментариях, Хэппи, тебе не надоело это троллить? Это же так сложно. Да, ребят, я с вами согласен, что троллить это дико сложно. И я, честно говоря, очень сильно устаю. Кстати, если вы не поставили лайки и не подписались на канал, то, пожалуйста, сейчас подпишитесь. Потому что я для вас стараюсь, снимаю троллинги, всякие видосики. Это очень сложно. И мне будет очень приятно, если вы прямо сейчас подпишетесь на канал и поставите лайк этому видосику. Ну а прямо сейчас, знаете, что я подумал? Может быть, мы откроем яйца в клоне Pet Simulator. Да, ребят, здесь можно открывать яйца. Да, ребят! Посмотрите, у нас реально не открывается. И что мы... Нам выпадает корова. Окей, я захожу в инвентарь. И реально, у меня эта корова появилась в инвентаре. Окей, я еще открываю яйцо. Что нам сейчас выпадет? Нам выпало собак. У нас теперь уже целых два пэта. Я открываю, чтобы был третий, знаете. Бог любит троицу. У нас собака теперь выпала, да? Нет. Даже у меня есть легендарные пэты в подсимуляторе. Ты что, охренел, Никитос? Ну все, Никитос, ты меня вынудил. Захожу в чатик, прописываю команду. Килл Никита. Он реально киллнулся. Мы можем завязать питомцев. Давайте мы их всех ездим. Я юзаю всех этих питомцев. И у нас сразу три питомца в инвентаре. Как вы понимаете, это клон подсимулятора, поэтому здесь происходит такая вот хрень. Мы можем здесь брать и чисто дюпать коины и гемы, всякой хрень. Смотрите, ребят. Что прям сейчас происходит? Я просто могу бесплатно брать всякие штуки. И у меня прям сейчас на аккаунте хренища геймов и коинов. Только здесь нет монет и алмазов. Ну ладно, зато мы можем зайти вот сюда вот и можем даже что-то купить. Только мы ничего. Погодите, мы можем купить 15 пэтов эквипен за 1000 робов. Давайте попробуем купить, и мы не можем купить. Конечно, это же клон Pet Simulator, Хэппи. Что ты еще хотел? Погодите, вон, смотрите. Это что, бага-юзеры? Там один чел наверху, а один пытается? Таких людей надо наказывать. Да, я забрался наверх, я крутой, я знаю все баги в этом режиме. Эй, друг, помоги мне забраться к тебе. Давай, давай, братанчик, быстрее пытайся забраться. Но ты не заберешься, потому что ты не такой крутой, как я. Ну что ж, мне нужно себя сделать копом, чтобы стоять на страже правопорядка Pet Simulator. Эй, молодой человек, я не понял, а что вы там делаете? А, это вы мне говорите, кто? Кто вы такой? Чувак, а почему у тебя какая-то странная броня, и ты сам куда-то немножко странный? Так я не понял, вы знаете то, что бага-юзить в Pet Simulator нельзя? Да мне пофиг, я супер бага-юзер, и я юзаю все баги. Ну тогда получай, на!
Да, ребят, я первого человека кельнул за баги. Тут у нас туристы. Ты что, хочешь тоже получить? Ну, получай. Но мне нужно наказать того бага-юзера, который там прямо сейчас что-то танцует, кого вытанцовывает. Он думает, что он крутой, да? А если я к нему так вот подлечу, чё, пацанчик, ты все, уж испугаешься, да? Смотри, он у меня юзером назвал. Не, ну все, за такое. Давайте, ребят, прямо сейчас флай немножечко вырублю, нажимаю дизайбл, и все, как бы, чё, хотел как бы убежать от меня, от копа, от преступника, да? А, не надо, чувак, ты чё, я себя хорошо вел. Ты себя плохо вел, тебя нужно наказать, поэтому я беру за копа, юзаю секретные команды, у меня есть такой пистолет, и на, получи! Да, ребят, мы его кельнули. Прямо сейчас, ребятушки, меня немножко жмыхнуло. Вы только посмотрите, что сейчас происходит со мной? Честно говоря, не знаю, но я использовал новую секретную команду, которая мне позволяет делать вот таких вот котов. У меня было сиди, ребят, а давайте я затролю моих друзей, лысого Никитоса. Что же, лысый Никитос, привет, а что вы делаете? Смотрите, они там танцуют. Держи его, хэппи, пельмени на голову, что ты там делал? Короче, лысый Никитос, у меня прям безумно была идея. Вы вообще любите кошек или собак? Хэппи, ты же знаешь, я люблю больше пельмени. Стоп, но кошки это же не пельмени, лысый. Да-да-да, кошки это очень интересное создание, они красивые. Ладно, ребят, ну что же, лысый Никитос, идите сюда за мной, прям сейчас я вам кое-что, кое-какую секретку в подсимуляторе покажу. Смотрите, они идут за мной, мои бабрики. Ну, короче, лысый Никитос, я юзаю кое-какую команду, и вон, смотрите! Чё за хрень? Это ваша новая кошка, познакомьтесь. Кстати, мне недавно звонил лысый Никитос, что вы приучивали кошек к себе приют, это правда? Какой приют? Какой кошки, хэппи? Ты вообще про что? Ах, вы еще не знаете, ну тогда лысый, я про это! Ребят, мы кольнули лысого! Так стоять, хэппи, именем закона, я шериф подсимулятора. Арестовываю тебя за троллинга админкой. Ах, ты меня еще и арестовать хочешь? Ну тогда на, получай кошечку. Получай больше кошек, давай, больше кошек, получай! А, не надо! Надо, шериф, ты хотел на меня напасть, ну тогда получай кошек, а я тебя сожру. Больше кошек, а, ребят, это просто хаос. Смотрите, что мы делаем с подсимулятором? Не надо, хэппи, успокойся. Я не успокоюсь, пока не кольну тебя. На, получай, шериф, давай, иди сюда, шериф. Давайте, ребят, мы должны кольнуть этого шерифа, пока он убегает. Мы должны догнать его и получить. То, что мы хотели, мы должны кольнуть его. Давай, шериф. Ну что ты убегаешь, шериф? Да мы его кольнули, есть. Мы это сделали. Всех с новым Happy New Year годом. Давайте я активирую эту троллинг-команду. Точнее, нужно нажать сюда R6. Активирую эту троллинг-команду. И вы только посмотрите, в кого я превратился. Это агент Лайк. Если вы прям сейчас не поставили лайк под это видео, он вас сожрет. Ну короче, ребят, зачем я взял эту команду, вы спросите. Я взял эту команду, чтобы потроллить этих людей. Логично. Пока они меня не видят, я нахожусь на самом верхнем этаже под симулятора X. И мы можем, кстати, смотреть, что у нас за карты. Смотрите, ребят. То есть троллинг-команды, я могу забраться наверх и смотреть... Вы это видите? Охренеть. То есть мы можем смотреть все секретки в подсимуляторе с помощью моей админки в нем. Короче, ребят, смотрите, видите мою мышку? Я могу вот так вот мышкой вводить и смотреть, ребят, что сейчас будет. Вот так вот, на, получай. Ребят, мы его кильнули. Так, а что если нам немножко пониже челика поискать? Смотрите, вот там какой-то челик. Туда нельзя. Пельмени и кошка. Что это такое? Я только в первый раз под симулятор зашел и вижу здесь какие-то сложные штуки. Наверное, мне нужно... Что это мне произошло? Вы кинули на басика, и у нас Амедес на басе, его вроде бы нету. Итак, давайте, а что если мы используем команду? Ой, ребят, аккуратненько, убегаем сюда, быстрее, убегаем. Так, я вроде бы спрятался сюда за сундучок, и сюда вроде бы никто не забегает. Да, здесь никого нету. А, погодите. О, ты кто такой? Я никто, в общем, на, получи. Да, мы его кинули, только... У нас нет сундука. О, на сервере хакер, убегаем, спасаемся. Вы только посмотрите, ребят, все люди думают, что на сервере какой-то хакер. И они все просто паникуют, ребят. Вы только посмотрите, офигеть. И там еще какая-то белая бебра. Пока, бебра. Эх, ребят, я решил немножко пофреймить коников в пэт-симуляторе, ведь это у нас пэт-симулятор. Давайте нажимаем сюда, наши пэты уже фреймят. Нихрена себе, как быстро! Ха-ха-ха, ну басик, чё, долго не можешь уничтожить эту монету? Я ее уничтожаю за секунду, ха-ха, бери и учись. А, ребят, смотрите, это чё, профессионал пэт-симулятора? Я профессионал пэт-симулятора, а ты просто такой нубло, ну вот посмотри на себя, шо с тобой не так? Ты нубаса, я здесь самый крутой игрок пэт-симулятора, у меня есть самые редкие пэты. Ну все, ребят, мне кажется, его нужно проучить троллинг-админкой. У нас есть такая большая команда Uncle De Frankle. Вы как бы подумали уже, что за такой лысый дед у нас будет прямо сейчас, ведь Uncle у нас переводится как дедуган, дед. Ну и в общем-то, давайте я прямо сейчас отведу этого профессионала куда-то подальше, давайте мы будем бегать, он сразу за мной побежит. Эй, ты что, куда ты? А я вот сюда вот, я убегаю от тебя, профессионал тупой. Он продолжает с вами бежать, смотрите. Ха-ха, чё, язык потерял, убегаешь от меня, потому что я слишком крутой? Нет, я убегаю от тебя, потому что ты слишком тупой. Эй, ты что, ну бы сохранил? Я тебя сейчас и забью. Ага, конечно, сейчас забьешь. Я тебя сейчас и забью. Ребят, смотрите.
Кем я стал? Я стал вот кем вот дедом, который копает картошку. Ну что, внучки, давайте пошли копать картошку. Я не понял, внучек, что не скопал картошку, на, получай. Да, мы кляли только что внучка, который не пошел копать картошку. А я говорил ему, иди копай летом картошку. А то осенью нечего будет жрать, куда этот профессионал убежал. А вот он! Ну что, профессионал, что убегаешь от меня? Да убегаешь от меня? Ха! Смотрите, в чате пишет: читер, читер! Лох, а, не понял. Ты называл деда лохом, на, получай, тупой внучок. Так а где этот тупой профессионал, которому мы хотели отомстить? А вон он, ребят! Дед уже заметил его, дед служил в этом. Ну, получай. Наконец-таки мы его кинули. Он опять заспанился. О, куда ты бежишь, мой маленький? Что, ты такой крутой, да, крутой? О, не надо. Надо, надо. Ты хотел быть крутым, но ну, вот, ты реально крутой. Ты киляешь сейчас как тупица. Хэппи, что с тобой случилось? Кем ты стал? Какой хэппи? Я это... Я твой дед, внучок. Дедушка. А, да, внучок. Это я. Помнишь, как мы в детстве картошку копали? Да, дед, помню. Я помню еще, как ты мне пельменями накормил. Они вкусные были такие, прям сочные. Дед, спасибо тебе огромное, что ты подарил мне детство. Я ему вторую кот. Он стал червяком. Это чисто настоящий червяк в Роблоксе. Ну что ж, давайте поиграем в обычный Pet Simulator. А где все люди? Ребят, я не вижу реальных людей, ну а где они все пропали? Здесь нет людей, они, знать, они минуту назад были на этой карте, но теперь... Погодите. Вы это видите? Они все там! Ну а как я открою эту локацию, если у меня нет 10 тысяч коинов? Давайте мы посмотрим, что... Что? Покупка, вы точно хотите открыть эту локацию? Бесплатно! Что, ребят? Это реально очень смешной клон Pet Simulator, но что-то мне подсказывает, что это маленький скам. Если нажму да, то будет очень плохо. Ну ладно, давайте я нажимаю да и жду. Ребят, вы только посмотрите, от стела пропало. Офигеть, реально все заработало, и стена пропала. И, кстати, вон все люди. Смотрите, что чуть-чуть написали. Раздачу пойдем на второй локации в центре. То есть это, по идее, у нас вторая локация. И это центр здесь у нас раздача поэтов, охренеть. И тут у меня появилась идейка. Что, если мы их патроним? Команда под названием Пигги Гонер. То есть это у нас Пигги и Гонер. Это как бы два монстра в Роблоксе. Давайте попробуем активировать его и посмотрим, что у нас из этого полу... Ребят, вы так посмотрите, я стал каким-то бэприком. И что я могу делать? Я могу махаться такой штукой, то есть, и я, по сути, тоже гонер. То есть, это у нас, знаете, как гонер делает. У нас вот такая вот грязь внизу. И пошатывание головой от гонера. И залез под землю, и сейчас я могу вот так вот идти под землю, как крот. Давайте проберусь на их раздачу, давайте сделаю вот так вот. Так, ребят, давайте посмотрим реакцию. Смотрите, кто-то начал паниковать. Они начинают паниковать, и смотрите, тут раздача опа, хукатов раздают. Что за понос черный? Они думают, что это какой-то понос. Ну ладно, давайте встанем вот так вот. И на, получайте! Йо, ребят, мы их затролли, что же, идите сюда, бэбрики. Что, вы не любите свиней, а свиньи к вам придут ночью, поэтому давайте, не уходите от меня, я же вас догоню, идите сюда. На, получай, да, мы убили этого суперпрофессионала, который нас обижал. Так, нужно убить. Лысый, иди сюда, лысый, да, давай, иди сюда, лысый, да, получай. Давай, лысый, ты от меня не убежишь, да, мы кинули лысого. Ребят, как вы думаете, что бы вы сделали, если бы видели вот такого вот свинью у себя ночью? Я думаю, что вы бы обосрались, я бы тоже, честно говоря, обосрался, если бы видел такую свинью. А там... Смотри, чисто бекончик танцует, когда свинья всех киляет, а он, знаете ли, танцует. А, все, он начал бегать. Заходим. И что же, бекончик, чуть души не убегать, убегать души меня. Нет, ты не убежишь. Ты не убежишь от меня, от свиньи гонера. Свинья лох, что я не понял. За такое я тебя накажу. Ну-ка, иди сюда, волосатый бобрик. Что мы можем делать? Мы можем нажимать на X, а что делать X? X ничего не делает, в смысле, меня заскамили? Мы можем нажимать на эту кнопку и... Мы всех кинули чисто в режиме. Ну что, давайте еще раз так понажимаем. Ну что ж, получайте, получайте. А, они что-то не киляются. Может быть, стоит подойти к ним поближе. Но, получайте. Да, у нас получилось кильнуть. А Никитос у нас успел убежать. Ну что же, ребята, теперь наступило время секреток Pet Simulator X. Я думаю, то, что вы точно ждали и хотели увидеть, что же находится за этой стеной. Да, ведь в обычном Pet Simulator у нас здесь вроде бы ничего такого нету. А здесь у нас какая-то стена. Но все-таки это у нас копия Pet Simulator, поэтому мы, конечно, за нее зайти не можем. Но мы... Админ, поэтому мы можем. Давайте, ребят, я прямо сейчас вот так вот подлечу и посмотрю, что же здесь может находиться. Здесь у нас находится какая-то секретная комната, которую никто, ребят, не может войти. Но точно не я. Смотрите, здесь что-то есть, аккуратненько. Не будем, ребятушки, спойлерить, ведь мы должны сделать вот так вот, подлететь вот сюда вот. И изнуть команду NoClip. С помощью этой команды я смогу проходить вот так вот сквозь стены. И я уже зашел сюда. Да, вроде бы я все убрал, флаги убрал, у меня 0 потов, я бомж, я знаю. Поворачиваемся, ребят. Офигеть! Я, честно говоря, признаюсь, я нубас по симуляторе, поэтому я про такое не знал. Возможно, вы профессионал, и вы знали то, что существует такой вот Доминус Эк секретный, который есть в настоящем под симуляторе. Этот Доминус Эк мы не можем вроде бы купить. Да, он стоит у нас 1 миллион! Это 1 миллиард коинов под симулятора. Слушайте, а что если мы прямо сейчас потроллим людей здесь? Для начала мы выберем рандомного челика из этого сервера. И давайте прямо сейчас телепортнем сюда лысого.
Все, ребят, мы быстренько убегаем и смотрим на его реакцию. Что такое, что сейчас со мной произошло? Святые пельмени, где я прям сейчас нахожусь? О, жареная яичко, я давно мечтал тебе покушать. Иди сюда, мои сладкие. О, какой же эти вкусные. Попойте, а что здесь написано? Здесь написано Доминус Ег. Что это? Просто лысый тупой пельмень не учил английский в школе, ребята. А вы учите? Ребят, ну блин, ну какую же команду мне строить эту лысую тупую пельмешину? Я превратился в бога. Фиолетового бога, кстати, это реально комната оформлена под фиолетовый цвет. То есть я фиолетовый, оно фиолетовое, он фиолетовый. Не фиолетовый. Надо это исправить. Давайте мы идем к нему. И что же, лысый братик, лысый глобус съел автобус, повернись ко мне ты. Кто там первый? Что? Ага, я бог этой комнаты. Как ты сюда попал? Да я не знаю, как я сюда попал. Ты вообще кто такой? Я тебя уничтожу. Посмотрите, лысый пытается меня уничтожить. Он что, он типа бьет меня? Ты думаешь, это больно, лысый? Ты думаешь, это больно? Нет, это больно, лысый, получай. страдай, лысый глобус. Ты хотел напасть на меня, но теперь я на тебя нападу, так что получай. Ой, ребят, я немножко его коснул. Что же, давайте еще немножко коснем, чтобы он вообще кильнулся. На, получай, получай. Ребят, он, кажется, почти получилось кильнуть лысого. Давай, лысый, кильнись, а то что ты не кильнешься, блин. Ну ладно, тогда, лысый, если тебе не страшно, то я тебя телепортировал подружку. Ребят, смотрите, это Никитосик. Эй, ты что, хрень, монстр, какая подружка, блин? Ага, да, Никитос, но ты, конечно, и подружечка. Лысый, ты туда же, ну все, я с тобой больше не общаюсь. Я обиделся на тебя и на вас всех. Эй, монстр, может быть, как-то извинимся перед Никитосом? Ну, как-то реально некрасиво получилось. Был вроде бы хороший бабрик, моя девушка. Ребят, смотрите, там Никитос реально что-то плачет, он что, реально обиделся? Почему все такие злые считают меня плохим? Я же хороший, Никитос. Эй, Никитос, Никитос, успокойся, все же хорошо. Ты думаешь, что меня обзывают, и мне хорошо, вон даже лысый лучший мой друг оскорбляет меня. Все, лысый, я больше с тобой не общаюсь, мы больше с тобой не друзья. Да что, Никитос, Никитос. Стой, ребят, что с тобой произошло, Никитос, ты это видишь? Да мне уже все равно, он больше мне не друг. Никитос, не говори, такое мне плохо. Ребят, лысый упал, Никитос, ну пожалуйста, извинись перед ним, будьте друзьями, но видишь, ему уже очень плохо. Я перед тобой не буду извиняться, ты много плохого сделал мне в последнее время. Никитос. Погодите, ребят, вы это слышите? А, что это произошло? А, ребят, Никитос, ты тоже услышал? За этой комнатой сейчас были какие-то громкие звуки. А, там монстр, убегаем оттуда, вот там монстр. Так, хорошо, лысый Никитос, подождите меня здесь, мне нужно пойти разобраться. Хэппи, это был ты монстром. Да, Никитос, прости, ну ты же знаешь, как я люблю троллить админкой. Эх, ладно, Хэппи, только давай быстрее разобри, что там за монстр. Так, хорошо, Никитос, лысый, тебе с тобой все хорошо, лысый. Да, мне очень плохо, давай, Хэппи, быстро разбирайся. Окей, Никитос, посмотри за лысым, что все было хорошо, а я пока что пойду. Что же это могло быть, ребят, вы видели только, что люди бежали, кричали, монстр, монстр. Прямо сейчас, ребят, я буду лететь вон туда, оттуда исходили эти звуки. И они были достаточно... Вы это слышали? Ребята, нужно быстро идти туда, нам нужно разбираться, что там сейчас происходит. Ух, я проделал очень долгий путь. Я наконец-таки уже нахожусь в какой-то пустыне, ребят. Чтобы вы понимали масштаб всех событий, вы только посмотрите, какой я путь проделал от начала и до конца. Скорее всего, прямо сейчас я могу встретиться с тем, чего я в жизни еще не встречал ни разу. А вы это видите? Охренеть, ребят, мне уже как-то страшно покупать эту локацию. Ну что ж, ладно. Я нажимаю вот сюда, и мне придется приобрести эту локацию. Ради всего подсимулятора я нажимаю «Да». Охренеть, ребят, что это? Я вернулся. Ну кто? Кто ты такой? Зачем ты пришел под симулятор и мешаешь нам здесь играть? Я древнее проклятие под симулятора. Когда-то давным-давно было два разработчика, которые разрабатывали под симулятор. Они поссорились, и в итоге один человек продолжил разработку этой игры. Но второй проклял под симулятор. И теперь, от времени, когда эта игра начала существовать, каждые лучшие друзья, которые поссорятся в этой игре, призовут меня, монстра тьмы. И я призову уничтожить эту игру! О, нет, ребят, что сейчас произойдет? Но ведь на этом сервере очень много людей играют и не развиваются. Зачем? Зачем тебе рушить? Ты же понимаешь, что тут куча нубастиков и людей, которые хотят просто поиграть в эту игру. Это же будет неправильно по отношению к ним. Прямо сейчас я тебя уничтожу! А, ребят, прямо сейчас там находится монстр! Чтобы его победить, мне нужна троллинг-админка! Я изнул суперсилы троллинг-админки, и теперь я непобедимый! Мои силы сейчас слишком слабы, потому что я нахожусь в конце карты. Но я все еще силен. Не могу тебя победить. А, ребят, он меня нападает, ребят, быстро становлюсь невидимым. Я стал только что невидимкой. Ха-ха, смотрите, ребят. Да, ребят, это суперспособности только админки могут позволять меня делать невидимкой. То есть невидимым для него. Давайте я сделаю вот так вот, зайду за его спину. Ну что же, привет, монстр. А, ребят, он меня забил, быстро убегаем, убегаем. Он начинает меня уже искать. Ха-ха, ребят, у него ничего не получится. Ой, я случайно стал невидимым так. Я нажимаю, стоп, где у меня кнопка, ребят, у меня кнопка не работает. А! Убегаем, убегаем, ребят, он мне бьет. Нужно обороняться, что ж, получай. На. Стоп, а это кто еще такой?
Ля-ля-ля, какой чудо сидеть по симуляторе. Ой, привет, Хэппи! Пику, что ты здесь делаешь? Быстрее убегай отсюда, пока не поздно! Уже слишком поздно! Нет, Бекон, что с тобой стало, Бекон, Бекон? Я тебе отомщу! Я обещаю самому себе, что точно должен уничтожить тебя, отомстить за Бекона! Ха-ха, Хэппи, ты слишком слаб, я чувствую все твои страхи, всю твою ненависть. То, что живет в тебе. Запомни, когда я доберусь до спавна пэт-симулятора, я стану самым сильным игроком в Роблоксе и уничтожу весь пэт-симулятор. Но для начала я уничтожу тебя! Ха-ха-ха! Наконец-таки наступило время уничтожить пэт-симулятор. Нет, ребят, что это было? Он вернулся, это проклятие пэт-симулятора! Хэппи, что такое? Что случилось? Что ты там увидел в конце карты? Никитос, лысый, я увидел то, что может уничтожить весь пэт-симулятор! И оно сейчас идет к нам! Лысый Никитос, как вы понимаете, нам нужно противостоять этому монстру, который прямо сейчас к нам идет. И я из вас хочу сделать суперсолдат, который будет сражаться вместе со мной. Себя я, конечно, сделал вот таким вот супермонстром, который может ставать невидимым. Из лысого я прямо сейчас сделаю легендарного лысого паука! А из Никитоса я сделал супер воина из будущего, который может использовать свой супер мега меч. Итак, игроки по симулятору, мы спасем вас и спасем вашу любимую игру. Ха-ха-ха, я уже здесь. О, я ощущаю колоссальную энергию, я стал еще сильнее в начале по симулятору. Тебе, Хэппи, теперь мне точно не победить. С чего ты взял то, что я один? Со мной лысый Никитос, и мы точно победим тебя. Ха-ха, даже втроем, хоть и в десятером, вы не победите меня. Все, ребята, наконец-то у нас началась битва за пэт-симулятор. У нас уже Никитос вот так вот атакует, лысый тоже бьется. Давайте, ребят, нападаем на этого монстра. Смотрите, он просто с нас смеется. Ха-ха-ха, вы такие слабые. Ну, посмотри, сейчас мы тебя догоним и кильнем. Давайте, ребята, стал невидимый, и будем преследовать этого монстра. Что же, монстр, я уже сейчас буду сзади тебя. Ну что же, иди сюда, на пучай. А, он стреляется лучше, ребята, убегаем, убегаем. Лысый, у нас очень мало времени. Вискоро реально он может уничтожить весь пэт-симулятор. Давай, лысый, лысый, ребята, лысый, что с лысым? Я отомщу за лысого. Босс, ребята, он уничтожил моих друзей. Бекон, Никитос, лысый, а ну-ка иди сюда. Хэппи, ты слишком слаб. Это ты слишком слаб? Нет, ребят. Ребят, мы не смогли с моими друзьями спасти пэт-симулятор. Он слишком сильный. Слушайте, я вспомнил, это же демон. Сори, то есть этот демон появился, когда поссорились два создателя пэт-симулятора. А перед этим поссорился Никитос и лысый. Никитос и лысый, слушайте меня, вы поняли, что я хочу? Нет, Хэппи, мы не понимаем, что ты хочешь. Да, все уже закончило, мы проиграли. Нет, Никитос, еще ничего не кончено. Никитос, тебе нужно прямо сейчас быстро помириться с лысым. Ага, еще чего, Хэппи, давай лучше другое что-то придумай. Я тоже не буду с ним мириться, после него мне стало плохо. Блин, лысый, Никитос, вы понимаете то, что я на кону судьба всего пэт-симулятора. Если вы прямо сейчас помиритесь, то, возможно, этот демон исчезнет. И мы спасем пэт-симулятор, понимаете это? Эй, ну, блин, Никитос, я понимаю то, что ты не хочешь со мной мириться, но я переступил через себя, я готов помириться с тобой. Ради всего. Под симулятора, это же просто замечательная игра. И если мы не спасем ее, то ее больше не будет существовать. Лысый, сколько ты мне зла сделал, сколько ты сделал плохого для меня в последнее время. Я не хочу с тобой мириться. Да, Никитос, я понимаю, что я был слишком плохим. Я делал много плохих вещей, прикалывался над тобой. Но поверь мне, Никита, мне искренне жаль. Я не хотел всего этого. Я перед тобой извиняюсь. Лысый, ты не врешь, ты правда извиняешься? Да, Никитос, давай быстрее под симулятора уже. Скоро хана! Эх, ладно, лысь, я прощаю тебя, мы снова друзья! Что со мной происходит? Что со мной происходит сейчас? Я начинаю разрушаться, ну что со мной происходит? Почему? Ведь я стал самой сильной версией себя! Нееет! Да, ребят, мы смогли это сделать! У нас получилось, ребят, мы смогли спасти пэт-симулятор! Да, Никита, мы смогли это сделать, у нас получилось! Ну что ж, ребят, с вами был я, Хэппи, лысый и Никитосик. Обязательно поставьте лайк, если вам понравилось данное видео, и если вы полюбили этих всех персонажей, то тоже ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Ну и всем вам огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Прям сейчас внизу меня находится кнопочка подписаться, она круглая, так что можешь на нее тыкнуть, и тем самым ты сделаешь мне очень приятно. Кстати, слева и справа есть еще видосики, которые ты можешь посмотреть, они тоже очень интересные, поэтому давай прям сейчас тыкай на один из них, я подожду. Давай быстрее, тыкай на один из видосов.